Всем привет, дорогие друзья! С вами Любопытный Геймер. Мы продолжаем играть в Зло внутри. Evil Within. Наш детектив продолжает убивать зомби. Собственно, ничего больше пока не произошло. Мы гоняемся сейчас за деревенским дурачком, который куда-то побежал. И неизвестно, куда делся. Вместо него выбежала куча психопатов, которые не убивались нормальным способом, поэтому мне пришлось делать вид, что это стелс. Ну, может быть, так оно и есть. Мы играем в стелс. Нюх! Вот это просто великолепно. О! Чё, ещё фрагмент? Ну ладно. Окей. Окей. А почему? Блин, вот это, кстати, недоработка. Пока они есть, эти шприцы, их можно выставить на крестовинку. Как только они заканчиваются, настройка слетает. То есть не ноль шприцов на нижнем направлении становится, а вообще они вылетают оттуда. Ладно. Ладно. Ич. Давайте. Ич. Кол. Вколю тебе укол. Что у нас с пистолетом? Патронов мало. Ладно. Если что-то мы как-то выкрутимся, наверное, да? С вами. Куда вообще бегу? Так. Чем? Я что-то слышал, нет? А, смотрите, тут типа река. А, я даже близко к обрыву не могу подойти. А вдруг я хочу упасть? Вы чё? Может, я такой опасный поцик? Возьму сейчас и сверзнусь, нет? Не могу. И чё? Я должен был вздрогнуть, нет? Никак. Да нет, ну здесь упасть невозможно. Это вам не Dark Souls. Так, чё там? Охранников-то, троллей-то у моста нету никаких, что ли? Во. Все горит? Все пылает? Блин, я дурак ты! Бежим отсюда! Бежим нафиг! Вашу мать! Вашу мать! Вашу мать! Отвалите от меня, сволочи! А! Не стой на месте, придурок! Слушай, я с тобой полностью согласен, да? А, вот так вот. Ох, недружелюбные пацаны! Во! Чё, купаться не хотите? Один-то уже пошел купаться. Блин, он сейчас на меня нападет. О, смотрите, эпизод пройден. Ха-ха-ха. Давайте сохраним игру. В когтях чудовищ. Давайте. А чё, нет? А, ну и чё? Всё, а, ну да. Вот. Чуть-чуть в прошлой серии, так оказывается, не дождался конца эпизода. Вот такие эпизодические игры не очень люблю записывать из-за того как раз, что чаще всего не угадаешь, каким по продолжительности будет эпизод. Вот за ногу. Толстяк, ты про толстяка не забывай.
Да, великолепно. Слышь, а чё ты как без меня-то идёшь? А всё? Не без меня? Вот так. И чё? Вот этот интересный ящик, он ничем не кончился, да? А чё делать? А как же быть? В когтях чудовищ. Чё-то мне не нравится это название. Чё всё так зловеще-то? М? О! Нямка с майонезиком. И все, ничего, вот так вот, да? Жадные, да? О, нет, не жадные. Смотрите-ка. Интересно, кто тут вот так вот книги читал под мостом? Аж прям интересно. Бочка. А, бочки тоже можно разбивать. Блин, а почему я думал, что нельзя? Оу. Ворон, ворон, воронок. А чё, как? Не понял. Я юмор не понял. А, вон чё. Понятно. От одной спички вспыхивают, как карусином облитые, и сгорают за несколько секунд. Чудесно. Родригес со своим «От заката до рассвета» бы всплакнул. Зловеще скрипящая дверь. Нет, серьезно, все-таки хоррор у них не получился. Сейчас такой бу-эффект, я такой, в обморок, да? Нормально. Щет. Да почему щет-то? Ну нормально все. Че ты какой нервный. Я вот себе сижу, играю. Меня, правда, никто и не убивает. Здорово. А ты чё, живой, да? Да. О, как. Зря. Вот зря. Надо было сначала побегать по локации. Может быть, здесь сейчас начался такой замес, и меня бы поцарапали бы, покоробили. Ага, вот эту бочку нельзя, маленькие можно. И вот тогда бы я вернулся бы сюда и взял бы ширево. Нет, что же делать? Как гостеприимно они открылись. Двери, из которых ведет кровавый след. О, это топорик. А че тут ничего? Давайте я топорик возьмем. Видите? Взял левой рукой, он там. Хуп! И в правую. Так. А че тут? Где все ниндзи и вурдалаки? Никого? А я маленький такой. Зато сам мошек ем. А я слышу, что кто-то идет. Стой, кто идет, топор кидать буду.
А это что такое за хрень? Не понял. Блин, я чувствую, что сейчас закончится тем. Что она рванет? Твою мать. А как ее... А, крас. Ну ладно. Чё тут? Чё-то еще было. Да только что было что-то. А, да, топор. Топор, 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 топор. Ух! Ничего. Бомжи. Так, а тут я разбивал, что ли, ящики-то, да? Вроде, да? Так, ну ладно, а там в окне-то что-то еще было интересно. Страшно. Страшно тебе. Нет, не страшно. Берем это, разрушим это. Давайте наверх поднимемся. Ну блин, ну чё я такой? Я никогда не дохожу до понимания интуитивно понятного интерфейса. Что-нибудь интуитивно непонятно, это пожалуйста. А вот то, что игрок должен... понять сам собой? На этого моих мозгов не хватает. Не хватает. Вижу я тебя, вижу. Чепоньк. Ой. Красота-то какая, лепота. Спички, ящики. Действительно ящики. И ничего. Ну как можно быть таким жлобьем, а? Бедному несчастному мне ничего не дают. А где это? Где все? Ой, тараканчики. Красота. О, спички. Отлично. Чё тут как-то много слишком света-то, да? Это за дверью, да? А это что такое? А, можем посмотреть в окно. Хорошо. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Так, ну ладно, хоть топор не отняли. Слушай, тихо, я не могу. Я не могу тихо, не умею. Я умею только так, с погромом. Можно так? А? Ну можно. Слушай, а ты чё там уже? Куда ты там упер? А. И чё? Have a look for yourself. Those things.
chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Good Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Да. Практичный докторишка. Да и черт с тобой. Что за нахрен? Damnable thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Ты где вообще? Чудила, мудрила. Что он сделал, а? Пока охотился за бочками, он что-то учудил, да? Учудятел. Еть. Чего у нас тут? Бутылка. Кроватка. Пока ничего интересного. О! Опыт. Сплошные мины. Так, ага. Остановите стрелку. Синий успех, красная неудача. Если стрелка окажется остановлена в синей зоне, ловушка будет обезврежена, и вы сможете разобрать ее на детали. Окей. А! Блин! Ох-о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 х
зараза, чё ж как быстро-то? Да твою мать! Ну давай. Не понял. А почему не сказали, что только один круг-то дается на это дело? Вы охренели, что ли, совсем? Блин, ну что за упыри? Нельзя нормально-то написать. Всего одна попытка дается. Все, не дергайся. Ну все, нажимал бы, как сказали. Нет. На, сиди, мудри. Да что ж за нахрен-то такой? Упыри, блин, бесит. Что это такое? Меня хорроры не пугают, а бесят именно. Тупостью некоторых моментов. Ну и чё? Где там ваши эти грёбаные бомбочки? Детский сад, штаны на лямках, блин. Так, там зеркало по-любому будет. Ну давай, еще разок. Неприятная тема.
Так, придется зашвырнуться. А что делать? Что делать? Ничего не делать. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Кругом бутылки валяются. Over here. Yes, I'll be right back. Wait for me. I will save you. No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Да-да-да, рассказывай мне про псих. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Куда ты? Упырь делся. Ага, вон ты чё. Ага. Ну тут понятно. Ладно. Пойдемте соберем лут и приступим к выполнению его, конечно же, умного плана. Он же доктор, хрен из него взять. Он не может быть дураком. Он же доктор. Доктор кто? Доктор, что за хрень? Ничего. В этот раз еще хуже, чем предыдущий. Господи, ну как можно быть таким неудачником? Подорваться на минах столько раз. Я чемпион, что ли, какой-то по этому делу? И какого дьявола? У меня сейчас меньше этой фигни зеленой, чем в прошлый раз. Отстой. Да смотрел я в эту вашу окошку. Ни хрена нету. Бесполезняк сплошной. Пойдемте заглянем в эту волшебную комнатку перед тем, как... О! Чувак! Я не хотел бросать топор. Я хотел взять топор. Взять его живым. Так. А то, может, в этой комнате еще что-то полезное найдется. Да-да-да, да-да-да. Все эти комнаты помечены таким знаком. Че? Опа-на, а я уже здесь. Что это такое? Дневник полицейский. Декабрь 2004-го. Первый день работы следователем. Моя напарница Майра Хэнсон просто огонь. Упорная и серьезная, такие женщины мне нравятся. Но с ней шутки плохи. Сегодня она едва не засекла, как я пялюсь на ее задницу. Что такое? Тараканы? Насекомусы? Ну хорошо. Твоя, никто не спорит. Никто же не спорит, что это твоя голова. Ты в дурдоме, парень. You should find this useful. Да? Что именно? This way, please. Окей.
куда ты меня ведешь? Я вообще Where здесь... Where are you taking me? You don't talk much. Ну чё, готическая тётя? О, это чё? Это морг. А-а-а. Вот зачем ключик-то был. Чё? Like this? Есть. That key will allow you to open this door. Да? Зачем мне труп? Какую? О, давайте вот эту. Чепоньк. Прикольно. А интересно, блин, я могу-то взять немного. А интересно, если я вот сюда приду обратно, оно что, тоже, это, оно уже исчезнет или что? А тут что? О! Чё это? Эта карта такая же невнятная, как и... Чё? Да дай прочитать-то, Да ну, блин, лоховня какая-то. Ну, это понятно, это вот эти вот непонятные хрени, которые я собирал. Плитка, короче. Типа как эмблемки из этого. Кто пропал? Пропал сотрудник полиции Оскар Коннелли. Исчез во время патрулирования. Патрульная машина найдена на окраине города. Жаль тебя, чувак. Полиция в тупике. Почему убийца не оставляет следов? В окрестностях Элк-Ривер найдены новые трупы. Местные жители боятся выходить из домов. Ну и копа этого он наверняка тоже пришил. Блин, я такой снайпер. Мне нужно как-то улучшать, наверное, запас этих дробовика. Ну просто... Что тут нету, да? Пока нету, пока я дробовик не нашел. Ну, судя по патронам. Или дробовик будет, или обрез. В таких играх это... Нормально. Так, давайте, что ли... Здоровье увеличим или что? Ну давайте здоровье улучшим, чтобы не. Хорошо. Погнали. Ей. А вот, кстати, еще выносливость тоже неплохо было бы повысить. Меня засосало, опасное сосало. Так, ладно, что там доктор просил? О, господи, да нет. Топор мне, топор. У меня же был топор. Черт, да что за нахрен? У меня был топор, где мой топор? Да. Куда он делся? Ну ладно. Возьмем бутылку за неимением топора. Таскал его, таскал везде с собой, и все. И пропади оно пропадом. А, погоди, стоп, я когда побежал, вот я, наверное, его и бросил. Он должен быть где-то здесь. Должен быть где-то здесь. Да что ж такое-то? Нет топора, где мой топор? Сволочи. Ладно. Ладно, я смирился. Нет топора. Блин, я ненавижу, когда приходится каких-то упырей защищать в играх.
Надеюсь, он бессмертный. Там у тебя весело, да? Я уже пиф-паф слышу. Да ёж твою медь! That old guy is gonna get himself killed. Ладно. Вы это видели? Он мне в затылок целился из дробовика. Где этот грёбаный упырюга? Офигеть! Вот это кадр был. Я выхожу из двери, мне в затылок так ствол тянется. Супер! Ой, какая няшная дверка. Такое рычание милое. Че ты рычишь? А, вот где я. Не добрал в прошлый раз. Рычит. Так, судя по всему, вот в этом сарае. Цепями гремит. Блин. Какие все страшные, а? Рыар-рыар. Так, палок максимум. Так, ладно, давайте на этом серию завершим, потому что что-то как-то это... Тут уж очень много куда можно пойти и много где помереть. Поэтому давайте прощаться. Ставьте лайки, комментируйте видео и ждите новых серий. С вами был Любопытный Геймер. До связи.